Вітаю, це студія «Репортер». Для вас працюватиму я, Костянтин Гречаний. Будемо говорити про головну політичну тему останніх днів. Процес над п'ятим президентом України Петром Порошенком. Суд вчора не зміг обрати йому запобіжний захід. Очікується, що рішення буде завтра. І от, власне, ми цю тему будемо обговорювати з нашими гостями. Олексій Єремиця, депутат Одеської міськради ОПЗЖ. Вітаю вас. Добрий вечір. Та Данило Топольницький, депутат Таїровської селищної ради, представник Євросолідарності. Вітаю, Данило. Здравствуйте. Данило, перше питання до вас, звісно. От, ну, представники вашої партії, зрозуміло, кажуть, що цей процес є політично вмотивованим. Так? Чому ви так вважаєте? І от, ну, от ваша особиста оцінка того, що відбувається. Звісно, цей процес є політично мотивований. Петр Порошенко по рейтингам приблизился к Владимиру Зеленскому. Петр Порошенко выходит во второй тур, и выходит он вместе с Зеленским. Так как же можно сказать, что это не политическое преследование, если Петр Алексеевич выходит во второй тур, и с ним по рейтингам выходит Владимир Зеленский. Ну, дивіться, високі рейтинги не дають індульгенцію на там, певні правопорушення. Ви згодні з цим? Або на захист від того, що людина скоїла раніше. Ніяких нарушень в діях п'ятого президента нету. Це исключительно політично мотивоване подозрення. Що написано в подозрении? В подозрении 30 раз написано: не встановленные люди, не встановленное место, не встановленное время, совершили то-то, то-то и то-то. В подозрении нет никаких доказательств вины Петра Алексеевича. В подозрении расписано только какой-то, как сказал бывший генеральный прокурор, мусор, трэш, он сказал. Поэтому то, что происходит сейчас, хочу сказать, что власть, она очень сильно зависима от своих рейтингов. Они обещали, как на стадионе Владимир Зеленский обещал, говорил, что я ваш приговор. И прошло 2,5, почти 3 года, посмотрел, что рейтинги падают, и начал действовать тем методом, каким он действует. Но таким образом рейтинги не спасешь. Рейтинги не спасешь, и президент Украины, и вся власть действуют таким образом. Они вносят разногласия в общество, они вносят только и подыгрывают таким образом нашему злейшему врагу Путину, который сконцентрировал на границах 100-тысячную армию и в любой момент может воспользоваться этой ситуацией, если внутри страны возникнут какие-то противостояния и политический кризис. Олексію, от раніше представнику вашої політичної сили, одному з лідерів, Віктору Медведчуку, теж висунули звинувачення у держзраді та фінансуванні тероризму. І от є така теорія, що нібито Офіс Президента, я це не стверджую, просто є така поширена думка, хоче прив'язати Порошенка до Медведчука і таким чином понизити рейтинг, власне, от і вашої політичної сили, і Євросолідарності та особисто Петра Порошенка. Чи згодні ви з цим, і як ви взагалі оцінюєте оцей судовий процес, який триває? Я думаю, что на самом деле происходящее сейчас, это, наверное, причина этих событий, она очень такая сложная достаточно. То есть у нее подоплека достаточно непроста. Почему? Потому что здесь нельзя там... Ну, понятно, можно примитивно, как, в принципе, всегда это все происходит для обывателя. Там преследование, допустим, там, Порошенко или там, преследование Медведчука. На самом деле все гораздо сложнее. Почему? Потому что нужно, во-первых, прежде всего один момент отметить. Господин Зеленский, по сути дела, говорил о определенных нарушениях пятого президента Петра Алексеевича Порошенко еще, ну, собственно говоря, во время избирательной кампании, и он обещал заняться, скажем так, расследованиями и так далее. Другое дело, что прошло достаточно немало времени, и этого не было сделано. И действительно, я не совсем понимаю, почему господин Зеленский занялся господином Порошенко именно сейчас, то есть спустя уже там сколько, 2,5 года, да, или сколько уже прошло времени. Достаточно много времени прошло. Это говорит о том, что, ну, это как минимум... Можливо, у нас правоохоронная система незалежная, и президент послушайте, просто... Давайте так, ну, когда он баллотировался кандидатом в президенты, ведь он же утверждал, что когда он станет президентом, он этим будет заниматься. Да, но он не сказал, что сразу, как станет.
Смотрите, нет, на самом деле уже, я понимаю, что вы тут хотите уже господину Зеленскому немножко смягчить, но, к огромному сожалению, господин Зеленский, как по мне, оказался большим трусом. И мне кажется, наверное, он, знаете, настолько подвел украинцев, причем потому что никто из каких-либо президентов, которые у нас были в Украине, не обладали такой степенью доверия. Обладали в той или иной степени по разным обстоятельствам, при разных обстоятельствах, скажем так, разной степенью поддержки, но такой колоссальной не обладал никто. Конечно, во многом это благодаря было сделано господину, благодаря и господину Порошенко в том числе, потому что многие голосовали не сколько за Зеленского, как против Порошенко. Что касается Медведчука и Порошенко, то, о чем вы говорите, связать, там, объединить и так далее. Ну, вы знаете, на самом деле ситуация достаточно, ну, на мой взгляд, открытая, и ничего в этом нет, никаких проблем, об этом говорил господин Медведчук. Я не знаю, как там Петр Алексеевич готов, но это на самом деле достаточно открытая информация. Действительно, поручение было действующего президента в тот момент господина Порошенко. Медведчук участвовал в переговорной группе, было такое поручение, и он вел эти переговоры с российской стороной. Это позволяло освободить из плена достаточно большое количество участников АТО на тот момент. И я считаю, что это были позитивные моменты, и на самом деле это широко освещалось в прессе, и я думаю, что родственники, что эти военнопленные, что родственники, матери, жены, дети, наверное, были крайне счастливы и благодарны на тот момент и господину Порошенко, и господину Медведчуку на такой непростой шаг, но это было. Ну, давайте заради, Если можно, я доскажу, да. И я в этом не вижу, если вот в этом факте, ну, об этих фактах, я просто не до конца понимаю, на чем основываться обвинение в адрес Порошенко, я не собираюсь быть адвокатом, потому что у меня к Петру Алексеевичу есть немало всякого рода, как сказать, претензий к гражданину Украины, но вот если в этом контексте, я, честно говоря, не понимаю, в чем, допустим, присутствует предательство, потому что у меня к Петру Алексеевичу другие есть на этот момент, скажем, претензии, как вообще к каждому президенту Украины, почему? Потому что я вот, не стесняясь это говорить, к огромному сожалению, я считаю, что все президенты Украины сделали все возможное и невозможное, чтобы угробить нашу страну. Это мое глубочайшее убеждение. Я думаю, что, наверное, номером один для меня преступником, который уничтожил мою страну и уничтожает в той или иной степени последствия принятых решений, это господин Кучма. Наверное. Я думаю, что на втором месте, как это ни странно покажется, но, наверное, господин Зеленский. Почему? Потому что у него было самое большое доверие. Я думаю, что господин Порошенко, господин Янукович, как кому-то понравится или не понравится, ну, где-то вот как для меня, наверное, плюс-минус находится на одинаковой ступеньке. Почему? Потому что один испугался государственного переворота, а другой участвовал в его организации. Это мое мнение. Я... Ну, какой вы говорите государственный это переворот? Мнение. Да, для меня это государственный переворот был в 2014 году. Не дивно, что ОПЗЖ оцінює Євромайдан та Революцію Гідності як державний переворот, но мають на це право в кінці кінців. Ну, от, менше з тим я би хотів уточнити, так, я дам зараз можливість відреагувати, я хотів би уточнити от щодо перемовин. Тоді Порошенко заявляв, що на включення до контактної групи Медведчука наполіг Путін, і, власне, він називав Медведчука представником Путіна в контактній групі. Когда тобто, ну, це Порошенко заявляв не один раз. Коли він був президентом? Так. Я такого не слышал. Ну, я такого не слышал. Можно подивитися у відкритому доступі. Давайте, да. Это когда? Вот сейчас было, полгода назад, или когда он был президентом, и когда коли після виборів, він давав інтерв'ю, сказав, що тоді наполіг на включення Медведчука саме Путін. Він напряму це казав. Так, будь ласка, Данило. Я хочу сказати, що технологія власті зараз об'єднати Медведчука і Порошенка. І говорити об них, як о них обоих, як о равних. Я хочу сказать, что это неправильно, эта технология власти, она не сработает. Петр Алексеевич – это пятый президент Украины. Это человек, который сделал для Украины больше, чем какой-либо президент до него и после него. И он, как можно объединять пять президента, и, который объединил две трети Донбасса, освободил две трети Донбасса, который провел много реформ, который провел реформы децентрализации, который ввел в Конституции
направленность Украины в НАТО и в Евросоюз. Сегодня все эти реформы остановлены. Сегодня невозможно, не выбирают даже голову председателя специализованной прокуратуры. Сегодня все реформы, которые начались при Петре Алексеевиче, они остановились. Сегодня власть в лице Зеленского, в лице слуг народа, они сегодня всеми своими действиями исключительно подыгрывают нашему северному соседу Путину. Но это же видно, что все их действия направлены только на раскол общества. Вместо того, чтобы объединять наше общество, вместо того, чтобы выходить к людям с тем, чтобы они утверждали, что есть улучшение благосостояния населения и приток инвестиций и так далее, они свой рейтинг пытаются поднять вот этим подозрением, которое, к счастью, у них не произошло. Они пытались задержать Петра Алексеевича Порошенко вчера в аэропорту Жуляны. Но многотысячный митинг людей не дал им этого сделать. Более вам скажу, что полицейские и например, пограничники, они не выполняли устных противозаконных приказов. Ведь когда Порошенко вчера забрали паспорт на 15 минут, они думали, кто его будет задерживать, ДБР или пограничники. Пограничники этого делать не стали, и они пропустили Петра Алексеевича в Украину. Петр Алексеевич далее приехал в суд, где его тоже ждала многотысячный митинг его сторонников. И далее, вчера, когда судья должен был огласить свое решение по мере пресечения, он этого не сделал вчера, потому что судьи, следователи, прокуроры, они понимают, что банковые, когда изменится власть, они их не защитят. И они не хотят исполнять вот эти вот противозаконные приказы. Они всячески пытаются уйти от ответственности. Ведь та судья, которая накладывала, например, арест на имущество Петра Алексеевича, 14 января она должна была полный текст своего решения зачитать. Она ушла срочно в отпуск. Каким это образом? Почему это произошло? Потому що великий тиск. А почему большое... Жоден суддя не хоче брати в такому. Правильно, тогда суддя должен выйти и принять такое решение, которое справедливое и законное. Почему, например, подозрение подписывала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а шестой заместитель Алексей Симоненко? Почему, уходя в отпуск, она не оставила своего первого заместителя Говду, который тоже не подписал бы подозрение, возможно? Вот это все ведет к тому, что показывает, что это политические преследования, что власть действует в противозаконный способ, и другого объяснения у меня нету, кроме как вот так, как я сказав. Ви правильно поставили питання, навіщо? Ну, я розумію, що ви як представник партії там саме так маєте оцінювати діяльність Петра Порошенка, але от винесемо це за дужки. Навіщо? Так, прив'язка Порошенка до Медведчука. Тому що от згадаємо президентські вибори, так, перший тур. Фактично Зеленський переміг в більшості регіонів, тільки Луганська, Донецька область переміг представник ОПЗЖ Юрій Бойко, так, і на Галичині у двох регіонах переміг Порошенко, на Тернопільщині, якщо я не помиляюся, Івано-Франківській області Тимошенко, так? От. І от, фактично розірвати це електоральне поле таким чином, щоб виводячи у другий тур для себе кандидата, він мав колосальний антирейтинг, за якого півкраїни, 100% не піде голосувати. Чи є в цьому раціональне зерно, от в такій теорії, як ви вважаєте? Тому що Разумков фактично буде грати на тому ж електоральному полі, що і сам Зеленський. Я вважаю, що так як власть зависима від рейтингів, вона обязана как-то действовать. Никаких побед у действующей власти за прошедшие 2.5 года нету. Тарифы выросли, благосостояние населения уменьшилось. С одной стороны. С другой стороны, олигархи только стали богаче. Самый близкий олигарх к Зеленскому, это Коломойский, стал богаче за предыдущий год на 800 миллионов долларов. Поэтому власть пытается сместить акценты со своих провалов на то, что она сейчас делает. Люди поняли, что видосиками сытым не будешь. Поэтому, действуя таким образом,
они, так сказать, стріляють себе в ногу. Ну, в цьому, напевно, тому і є сенс зараз вже запускати, коли падає рейтинг, певні передвиборчі технології. Чи згодні ви, Олексію? Вы знаете, я вообще к этому отношусь крайне спокойно, почему? Потому что никто Порошенко не посадит. Это даже без варианта, если хотели бы его посадить, то делали бы вот это... Вот с политтехнологичной точки зрения. Смотрите, ну давайте так. Сократика, смотрите, у нас в нашей стране, к огромному сожалению, вообще все происходит с политтехнологичной точки зрения. Почему? Потому что я что-то вообще не припоминаю, чтобы кто-то кого-то посадил в нашей стране. Хотя, еще раз повторюсь, я в этом убежден глубочайше, что... Все эти президенты Украины, которые реально уничтожали эту страну, должны сидеть. Все. Ну, и Порошенко в том числе. Почему? Потому что вот Данила рассказывает о доблестных, так сказать, победах господина Порошенко, но я помню хорошо его, скажем так, политику, и это армия, и религия, и церковь, и так далее, и тому подобное. И все, что можно было сделать для раскола своего государства, он как бы это делал, на фоне того, что у нас действительно очень непростая ситуация в нашей стране. И я что могу сказать? Что, к огромному сожалению, для меня лично господин Порошенко действительно преступник. Вопрос в другом. Вопрос в том, что доказать, что он преступник, и посадить его господин Зеленский точно не сможет. И то, о чем говорит Данила, даже в контексте, кто подписал это впроваджение, ну, здесь я согласен с ним. Почему? Потому что даже не хватило, как говорится, силы, так сказать, подписать это у генерального прокурора. И это говорит тоже определенный фактор. Плюс, я еще раз повторюсь, вся эта возня вокруг Медведчука, Порошенко, там, завтра, может быть, что-то придумают, какое-то уголовное дело, там, не знаю, по отношению, может, и к Разумкову или кому-то еще. Вся эта эпопея с олигархами, с борьбой с олигархов. Лично у меня вызывает, к огромному сожалению, скажем так, улыбку разочарования. Объясню, почему. Почему? Потому что на самом деле у нас есть колоссальные проблемы. И реально все очень серьезно и страшно. Почему? Потому что я вижу, как наши западные партнеры постоянно там рассказывают, как нас захватывать будут со стороны Российской Федерации там, и так далее. Что там 100 тысяч стоит. Я не могу ни подтвердить, ни оспорить, потому что у меня нет, к сожалению, таких данных. Но меня это очень сильно смешит и мне грустно от того, что... А почему же эти наши западные партнеры так не беспокоились в 2014 году, когда появились зеленые человечки в Крыму, да? Когда начиналась ситуация на Донбассе? Они что, не обладали на тот момент... соответствующими разведданными, ну смешно, когда такие спецслужбы, как ЦРУ, МИ-6, там, ряд других, там, ну, те же западногерманские службы, да колоссальное количество. Сейчас они нам тут рассказывают о том, как нас завтра будут захватить. Где же они были в 2014 году? К чему это все веду? Что реально из моей страны, из нашей страны, вашей страны, Украины, хотят сделать огромное пепелище. Огромное пепелище, причем на этом пепелище заработают и поднимутся все. Причем что восточные соседи, что наши так называемые западные партнеры. Потому что тут там Зеленский, я не знаю, то ли, ну, может быть, у него какие-то проблемы с какими-то препаратами, потому что когда он скажет, что президент Турции станет переговорщиком с Российской Федерацией, что, да, он будет отстаивать наши интересы. Но, знаете, я вот думаю, что это попахивает каким-то, наверное, заболеванием. Почему? Потому что Турция построила в обход интересов экономических Украины, хочу напомнить, турецкий поток. Так же самое еще один наш партнер, который входит в так называемую нормандскую четверку, который тоже очень сильно переживает за интересы Украины. Федеративная Республика Германия построила Северный поток 1 и построила Северный поток 2. Есть еще наши добрые друзья поляки, которые тоже очень переживают за Украину, за наш газопровод, но при этом им плевать на наш газопровод. Почему? Потому что у них есть Baltic Pipe, труба из Дании, и норвежский газ, который они ожидали. Но просто Норвегия снизила газодобычу, потому что, наверное, что-то знает, в отличие от некоторых других. И понимаете, и вот когда я вот это... Послушайте, и когда я вижу, и когда... Да, это все плевать, никакая это экологическая... Мы трохи отходимо від теми. Это самое важное, послушайте. Да это все, знаете, шоры, которые нам натягивают, потому что реально колоссальная проблема нашей страны. И не хочу обидеть сторонников господина Порошенко. Мне искренне жаль, как и сторонников, наверное, практически всех политических партий в нашей стране. Почему? Потому что на сегодняшний момент все это картинка, извиняюсь за выражение, как говорил
покойный Березовский, people have it, для лохов, извиняюсь за выражение. Это чтобы людей отвлечь от того, что у нас в стране происходит полный абзац. Сейчас каждый из вас, из нас получает колоссальные, абсолютно, ну, на мой взгляд, необоснованные платежки. Но даже не благодаря там агрессии со стороны Российской Федерации, нет, а благодаря нашему идиотизму, прежде всего наших властей. И в этом, к огромному сожалению, приложил руки все президенты Украины, в том числе и господин Порошенко, в том числе и господин Зеленский. И мне, честно говоря, плевать на то, что посадят Порошенко, не посадят, его точно не посадят. Это я могу вот просто, знаете, вот увидеть, что ничего не произойдет с ним. Вопрос в другом. Чтобы всем показать какое-то шоу очередное. Как Саакашвили показывали, с Медведчуком это тоже шоу. Потому что никто не посадит этих людей. Этих людей никто не посадит в этой стране. Ну, я з вами багато в чому згоден, але от саме звинувачення, воно таке достатньо цікаве у держзраді та фінансуванні тероризму через те, що закуповувалося вугілля в шахтах так званих ЛДНР. Але на той час шахти були платниками податків в Україні. От, і, ну, мені важко зрозуміти, де тут держзрада. Данило, чи ви згодні? Нету здесь государственной измены, нету. Не было и быть не может. Вони ж бюджет України платили. Это были предприятия, которые зарегистрированы на территории Украины. И предприятия платили налоги на территории Украины. На этих предприятиях работали украинские граждане, которые получали заработную плату. Следующий момент. Этот что, уголь был оплачен и не был доставлен на теплоэлектростанции? Или он был где-то украден по дороге? Или где-то вывезен в какую-то другую сторону? Этот уголь, который был оплачен, который был доставлен на электростанции, который был там сожжен, и получили мы с него электроэнергию. Или мы, как они пишут, маючи намір підвищити свої рейтинги, Петро Олексійович, уникнути віялових відключень, да, заключил договора на поставку этих, на поставку этого угля. Да это абсурд. Вот все, что они сейчас делают, начиная от подозрения и все, что происходит вокруг, они пытаются таким образом спасти свой рейтинг, который уже идет вниз. У него тренд с каждым днем все идет по нисходящей и нисходящей. Поэтому им нужно заниматься не тем, что они занимаются, им нужно заниматься действительно работой, которая бы улучшала благосостояние украинцев. Эта работа не делается абсолютно никак. У нас возле Украины возможна агрессия со стороны России. Они на это реагируют с какими-то смешками, с какими-то усмешками, с какими-то глупыми фотографиями и думают, что люди от этого станут более как бы счастливее или им станет легче жить. Поэтому все, что происходит, это просто какое-то зазеркалье. Я не понимаю в их действиях никакой логики. Этой логики не существует. Олексію, а от те, що казав Данило, так, що таким чином хочуть втримати свій рейтинг, знову про політику, але ну, багато політиків в цьому процесі. Чи не зіграє це злий жарт з представниками влади? І фактично, ну, якщо всі розуміють і все бачать, чи не потоплять вони таким чином свій рейтинг, фактично піднявши рейтинг Петра Порошенка в справі Медведчука, власне, рейтинг ОПЗЖ та особистий рейтинг Медведчука, от, чи не буде зворотньої реакції? Мне сложно сказать, какая будет реакция до конца. Почему? Потому что зависит от многих факторов, насколько далеко хватит глупости у, не знаю, лично либо у президента господина Зеленского, либо у команды, чтобы это дело дальше продвигать. Почему? Потому что, ну, если говорить с политтехнологической стороны, то однозначно они Петру Алексеевичу подняли рейтинг. Это даже без вариантов. И потому что у нас как бы исторически любят мучеников. Это всегда так было. И когда-то тоже очень специфический, наверное, был совет дан господину Януковичу, когда он закрыл госпожу Тимошенко. Потому что из реально человека, который, на мой взгляд, по сути дела, скажем так, нанесла колоссальный экономический ущерб моему государству, госпожа Тимошенко, она стала мученицей. Хотя, я, честно говоря, согласен, она должна была сидеть, потому что нанесла колоссальный ущерб нашей экономике, подписав те соглашения, которые она подписала с Путиным. И это однозначно. Другое дело, что у нас, понимаете, какая ситуация. У нас вообще в целом нет доверия ни судебной, ни правоохранительной системе. Почему? Потому что
наша правоохранительная система, как и судебная, она вообще не направлена на то, чтобы реально наказать виновных, показать действительно работу, независимую работу правоохранительных органов. То есть вот да, преследовать исключительно выполнение закона. Нет, исключительно преследование либо политических, либо экономических, экономических интересов, либо самих представителей правоохранительного органа, либо тех людей, которые их туда делегировали. И, к огромному сожалению, это происходит в Украине не только при Зеленском или там при Порошенко. Это было при Януковиче, при Порошенко, ой, при Ющенко, при Кучме. Это было все время независимости нашей страны, к огромному сожалению. То же самое, как было при Советском Союзе. Ничего не изменилось. Поэтому я вообще скажу следующее, еще раз повторюсь. Смотрите, все, что у нас сейчас происходит, все это шоу с этими там войсками России возле границы, с Порошенко и со всеми остальными, это происходит исключительно для дестабилизации ситуации в нашей стране, чтобы какому-то идиоту хватило глупости, допустим, и устроить бойню на Донбассе, и спровоцировать в том числе и российские войска. И устроить здесь бойню на Украине. Почему? Потому что это поставит крест на Северном потоке-2. Почему? Потому что на сегодняшний момент все, что происходит в нашей стране, направлено только на то, чтобы привести к тому, чтобы Северный поток-2 не заработал. И абсолютно всем плевать на то, что будет с нашей страной, что будет с народом Украины, что останется в конце концов с территорией Украины. Потому что если даже в страшном сне, если в страшном сне представить себе, что, допустим, там Россия ведет куда-то там свои войска, то поверьте мне, сразу же, я уверен, там процентов на 150 поляки зайдут на Львовскую, Волынскую область для того, чтобы русские не дошли до Львова. Румыны еще Буковину захватят, зайдут, вернее, исключительно, чтобы русские не захватили Черновцы. Венгры, наверное, и Ужгород, Мукачево, чтобы тоже русские не захватили Ужгород. В итоге от нашей страны останется ничего. Мы вспомним историю там 16 века или 17 века. Вот на самом деле здесь нужно четко понять, вот что мы можем потерять, и что нам готовят. И вот то, что я говорю, вот эти страшные вещи, они выгодны всем. Если кто-то вот там пытается демонизировать там Путина, русских, да не нужно этого делать. Потому что наша страна не нужна никому. Никому не нужна. Ни американцам, ни русским, ни туркам, ни полякам. Не в плане народа, там, полякам в плане национальности, а имеется в виду этим государством. Она нужна, эта страна, только нам. Но, к огромному сожалению, наши руководители, лидеры, независимо от политических партий, исключительно преследуют плюс-минус свои личные интересы и мотивы. Вот это самое страшное. Вот это самое страшное. А это все картинка для дураков. Это шоу устраивается для того, чтобы люди не задумывались о том, что какая у них платежка. Чтобы они не понимали, что происходит на сегодняшний момент с их заработными платами. Что они могут купить в магазине, на рынке. Сколько является частью, скажем так, оплаты квартплаты их заработной платы. Когда она увеличилась в последний раз. Им подают картинку с Порошенко, там, с Саакашвили, там, с Медведчуком, еще с кем-то. Вот что происходит. И мы с вами на самом деле являемся тоже в какой-то степени участниками вот этих шор, которые накладывают украинцу. Потому что реально у нас колоссальные проблемы. Никто не думает об экономике. Потому что даже тот же, например, безвизовый въезд в Европу был дан нам. Не потому что нас хотят видеть в европейской семье. А почему? Потому что вся Восточная Украина уехала в Германию, в Скандинавию, в Англию, и там некому работать. Посмотрите, что на сегодняшний момент происходит. Пол Украины уехал на заработки либо в Европу, либо в Российскую Федерацию. У нас некому уже работать. А посмотрите, что происходит. Об этом кто-то говорит? Никто не говорит. Сколько предприятий у нас появилось? Я смотрю карту, господин Зеленский рассказывает, сколько предприятий появилось. Это что за предприятия? Какие предприятия? Где? Вот я хочу, вот я житель города Одессы, Одесской области, да, я хочу приехать на эти предприятия и увидеть, что, какую-то сыроварню открыли в Бессарабии? Это что, предприятие? Там работает 3 человека? Что, колбасный цех открыли? Это те рассказы об инвестициях европейских? Никто ничего не инвестировал в эту страну. Что бы никто не рассказывал, мы просто к чертовой бабушке позакрывали те предприятия, которые работали, и поставили крест еще на том, что нам досталось от Советского Союза. Все. Ну, дуже хочеться вірити, що принаймні Путіну Україна дійсно не потрібна. Да, нікому вона не нужна. Ні Путіну,
Ні Байдену, нікому не нужна. Давайте наостанок все-таки повернемося до Петра Порошенка. Завтра будуть обирати, як я вже казав на початку ефіру, запобіжний захід. Прокурори вимагають СІЗО або 1 мільярд гривень застави. На вашу думку, Данило, от в режимі блідже фактично, який запобіжний захід буде обрано завтра? Ну, пользуясь случаем, хочу пригласить всех сторонников Петра Алексеевича завтра в 14:00 под Печерский суд, это во-первых. А во-вторых, хочу сказать, что украинское общество не даст этой власти сделать то, что они себе задумали, и избрать меру пресечения Петру Алексеевичу в виде там, СИЗО или огромнейшего залога. Поэтому я считаю, что все зависит от нас самих, все зависит от нас, украинцев. Как мы себя будем вести, так и будет на эти действия реагировать власть. А судьи, ну, мы видим, как судьи все исполняют, поэтому судьи, ну, к сожалению, это всего лишь исполнители в руках Банковой, которые в случае изменения власти Банковая за них не вступится. Алексей, ваша думка, каким будет решение суду завтра? Ну, учитывая, что уже власть сказала А, они должны будут сказать и Б. Ну, я думаю, что это может быть, условно говоря, какой-то залог. Но, опять же, миллиард гривен, я понимаю, что Петр Алексеевич не бедный человек, но мне кажется, это чересчур в любом случае. Несложно сказать, к чему это может привести, но я еще раз повторюсь, я считаю, что все это делается исключительно... Ну, вообще, это глупость однозначно со стороны Зеленского, потому что если он бы действительно хотел бы заняться законным преследованием, допустим, господина Порошенко за те или иные преступления, которые могут вполне быть, как у каждого президента нашей страны, это я могу точно сказать, то нужно было это делать сразу. Сейчас это очень сильно действительно напоминает либо шоу, и с определенными договоренностями даже, может быть, и с самим господином Порошенко. Такое очень часто в политике происходит. Либо это огромная глупость, если это не является договоренностью, спектаклем, тогда это огромная глупость со стороны Зеленского, потому что этим он явно не добавляет себе очков, это мое мнение. Олексій Єремиця, Данило Топольницький, дякую вам, що знайшли час і прийшли до нас. Дякую за цікавий ефір. Спасибо. Для вас працював Костянтин Гречан, це була студія «Репортер». Залишайтеся з нами.